Оценка 9337 у Коростелевой, она не дотягивает до лидеров. Собственно говоря, это пока четвертый результат. Сказали, да. И одновременно объявляет оценку Игоря Иванова, но мы, конечно, посмотрим за Замолотчиковой на брусьях. Это всего 35 секунд, и ее нет. На брусьях очень быстро идет. Честно, удивительная гимнастка, она от Заволодчикова переживает. Ничего-ничего, еще будет многоборье по программе «Звезд мира». В общем, она еще отработает сегодня по полной программе. Вот, и смотрите, завтра финал. Как высоко забралась, выше верхней жерди. И чуть-чуть она вынесла ноги сильно вперед. Вот немножко она не рассчитана. Это молодость, взрыв, вот, ее вот это вот... Вот вы посмотрите на это. Я уже, как я уже сказал, ну так уж получается, что существует...